Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей Кузнец из Псковской области. Сейчас еду из гостей. Был у двоих соседей. Меня угостили кабачками, помидорами. А также сейчас я был в гостях у Николая. Взял на прокат его пылесос строительный. Надо пропылесосить опилки и заниматься дальше строительством. А чем буду заниматься, сейчас увидите из этого ролика. Сейчас, как видите, уже закат на заднем плане. Солнце садится. В доме немножко прибрался, убрал все барахло. Вот надо заниматься уборкой пола, пропылесосить все. Как видите, прожектор подсвечивает. Что я буду делать? Вот эти половые доски надо отворачивать шуруповертом, насыпать керамзитом и прокладывать пароизоляцией. И обратно доски на место прикручивать. Смотрите, какие зазоры большие. Все это из-за того, что доска за 5 лет высохла и появились зазоры. Вот этого товарища, это двигатель от Днепра, мне придется перемещать по всему дому. И также придется перемещать вот этот стол, за которым мы обедали. Помните ролик, когда мне приезжал продуманный пингвин, мы обедали за этим столиком. И вот эту брутальную лестницу из центра дома мне надо будет перенести вот в это место рядом с входной дверью. Она будет вот здесь стоять. А вот этот спуск в подвал, на цокольный этаж, я зашью досками. И вход будет строго вот здесь, на этом месте, где лежит мотор. Я вот здесь выпилю доски. Будет вход у меня. А вот здесь будет спуск со второго этажа. Вернее, с третьего, с мансардного. Вот такие задумки и планы. А сейчас в бой пойдет пылесос. Представляю, сколько насыпалось туда пыли, а также опилок за эти года. Я не хочу засыпать керамзит внутрь пола на ту грязь, которая там есть. Весь процесс, как я буду пылесосить, я не буду вам показывать. Увидимся через пару секунд. Утро следующего дня. В
вчера до позднего вечера, а именно часов до 11 я занимался, везде пылесосил, в доме пропылесосил, даже стены пропылесосил, были в пыли. Сходил в бытовку, там тоже везде пропылесосил. После последнего квартиранта там был такой срач, а именно был у меня там музыкант, ну, с большой буквы. Видимо, настолько творческий человек, что ему лень, или он где-то в музе летает постоянно, придумывает новые песни, но это не показатель, что все музыканты такие. Вот у меня рядом сосед Николай, музыкант. Музыкант от Бога, он играет на нескольких инструментах, в том числе на основном инструменте духовом, на вальтоне. Совсем другой человек, с ним приятно пообщаться. А тот, который у меня был постоялец, неразговорчивый, замкнутый, видимо, много у него проблем внутри, что даже за собой толком убрать не может. Это, конечно, не камень в его сторону, если он будет смотреть этот ролик. Время 9 утра, долго не хотелось просыпаться, потому что здесь у меня прохладно, под одеялом тепло. И у меня зияют дыры на второй этаж, вернее на третий этаж, на мансарду. Надо утеплять потолок. Чем я буду сегодня заниматься? Во-первых, как я и сказал ранее, буду пол скрывать, пылесосить внутри и засыпать керамзит. И опять закрывать доской. Доска рассохлась, большие зазоры по сантиметру местами. Буду сшивать вплотную. И по выходу, я думаю, получится вот эти сантиметры как раз на целую доску, на 150-ю. Доски у меня есть, благо запасены. Еще по 6500 покупалась доска. Сейчас доска по 16 тысяч, насколько я знаю. Вот такие дела. А сейчас приятного аппетита, кто сейчас будет кушать или кушает. Хлеб я привез с Питера, испек каравай. Вот такой большой, 2-килограммовый, как обычно у меня получается. И забыл закваску в Питере. Хотел привезти здесь печь хлеб. У меня в доме все питается на удлинителях по временной схеме. По той причине, что у меня здесь все взаимосвязано. Пока я не сделал подпорную стену, не мог вскрывать полы и засыпать туда керамзит. Потому что пол подо мной трясся. Сейчас вот он не так сильно трясется. Каждый шаг просто он прогибался. Причина этого, балка 150 на 150 была положена. Через 60 сантиметров расстояния недостаточно. Надо было или бревно обычное класть на 280 на пол, или 200 на 200, а может даже 200 на 300 класть брус. Но я послушал совета того человека, который занимается строительством домов и который собирал этот дом. Сказал, что ерунда, хватит и 150 на 150. Вам показывал вчера вот этот мотор К750. Это днепровский двигатель, который вот мне отдал Николай, мой подписчик из Санкт-Петербурга. Вместе с ним мы работали. Николай, если сможешь, тебе пламенный привет. Спасибо тебе за донат, за подгон. Этот мотор пойдет на квадроцикл. Кто впервые на моем канале, у меня давным-давно собран квадроцикл полноприводный, который не может ездить по той причине, что стоит Яловский двигатель 638 серии от люксовки. Через редуктор понижающий не хватает мощности, горит сцепление, и он еле ползет по асфальту. Уж я молчу там по проселочной дороге. Поэтому, когда я дострою дом, я возьмусь вплотную за квадроцикл. Там надо будет все выпиливать, менять конструкцию, ставить раздатку от Нивы,
сзади редуктора специальные у меня есть от сельхозмашины. Все это будет впереди. А сейчас я отвлекся. Полом займемся. Вот этот мотор мне, наверное, придется вынести на веранду. Он не такой тяжелый. И я не хочу просто его опускать вниз на цокольный этаж. Там места нет. Все в стройматериале. Это не 2-4 килограмма. Где-то килограмм 40, наверное. Пошел нормально. Главное не навернуться. Будет не очень приятно. Разбираем пол. Проблема выкрутить саморезы. Попадают песчинки и бита проскальзывает. Да и бита уже старая. Хорошо вышел. Минут через 30 я выкручу саморезы. Я уже примерно знаю, сколько по времени выкручивать саморезы. И увидимся. У меня вот есть саморез, который, видите, торчит на сантиметр из пола. Я его пытаюсь сейчас гвоздодером просто выломать. Не тут-то было. Сейчас мы ее за шляпочку. Гвозди-то просто вытащить. Дерму гвоздодером и все. А вот саморез. О! Пошел. Смотрите как. Вот лайфхак от меня. И таких у меня саморезов 3 штуки на данный момент. Сейчас мы их... Во! Видели? Все получается. Есть. Первая доска пошла. Так, вот как складировать, я даже не знаю. А мусора, я вам скажу, опилок море. Сейчас будем пылесосить. Все будет хорошо. Оп. Оп. Ха-ха. Да уж. Проблемка. Однако. Однако придется на диван все это дело складировать. Как-то так. Дом настолько маленький, 6 на 6, что камеру не знаешь, куда поставить для съемок. Так что получается, иногда в кадре я наполовину присутствую. Вспоминаю, когда мы с соседом притягивали пароизоляцию в цокольном этаже, а там высота была, ну, где-то вот метр, наверное, 20. И мы на коленях разматывали пароизоляцию, затем доски поднимали, я шуруповертом прикручивал, сосед мне помогал. И ему пламенный привет. Рустем, тебе большое спасибо, что ты мне помогал. А теперь у меня там полноценный, в полный рост этаж.
как-то все происходило, как я углублялся там, есть у меня ролик на канале. Кому интересно, посмотрите в плейлисте. Раздел «Жизнь в деревне». А досочки 5.50. Вот сейчас играю в тетрис. Куда, в какую сторону повернуть досочку. Увидимся через пару секунд. Я сейчас разберусь с досками, с саморезами. И кое-что вас ждет впереди. Вот такая, посмотрите, красота. Все в опилках. Сейчас в бой пойдет пылесос. Буду пылесосить. И вот что я вам хотел показать. Вот такие лаги, про которые я вам сказал. 150 на 150 опилки. А вот сейчас бах. Это что такое, как думаете? Это уже нулевой этаж, цокольный. Здесь у меня не сделано ни пароизоляции, ни подшито ничего. По той простой причине, что у меня здесь предусмотрена в будущем откатная дверь. Смотрите, я вот сейчас на нее встал. Эту дверь я предусмотрел для того, чтобы, во-первых, самому не валиться в открытый проем. И чтобы дети не нырнули. Потому что у меня были в детстве случаи, когда открытая в подвал в частном доме дверь, я туда пару раз летал. Благо, что там высота была не выше метра, я не побился, не поцарапался и предусмотрительно сделал вот такую откатную дверь. Как-то будет в будущем, я вам покажу в роликах и всему свое время. Сейчас будем пылесосить. Увидимся через пару секунд, для меня пройдет, я думаю, полчаса это минимум, чтобы собрать все эти опилки. И начну уже носить керамзит, засыпать. Сейчас немножко попылим. Посмотрим, сколько там всего интересного. Хулиганить. Как видите, половина пылесоса опилок. А теперь распакую. Вот этот керамзит стоял год, ровно год, как я его приобрел в прошлом году. Сейчас будем пользоваться им. Это веревка, я поднимал черепицу мягкую на крышу, шинглаз. Видите, где применяю теперь. Так. Я думаю, он еще пригодится мне. Керамзит я еще засыпал в пол, в мастерскую. Посмотрите, там же в разделе в плейлисте «Жизнь деревни». Строительство сарая. Дровяника мастерской, по-моему, так называется. И отсюда ведрами по два ведра и погнали туда-сюда, туда-сюда. Сейчас собираюсь поехать в гости к двум соседям. Первый у меня по списку будет Сергей Перминов, у которого я снимал ролик «Разоблачение мифов о поселении Чистое Небо». Он тоже начинающий блогер. А второй сосед Олег. К нему поеду за степлером. У меня степлер, их целых два, не хотят забивать скобы в пароизоляцию. Поехали!
по оборота с кикстартера. А мне сейчас предстоит дальше заниматься строительством, а именно утеплением полов керамзитом. Заехал по пути к Олегу, его нет дома. Поехал ко второму Олегу, тоже нет дома. Ну а к третьему Олегу я не поехал, а спросил я у Сергея Перминова, у которого был. Он мне выделил свой степлер. Говорит, рабочий. Посмотрим. Со степлером я все-таки разобрался. Работает. Еще одна проблема возникла. Над моей головой сифон. Ну, кто разбирается в технике, понимаете, что это за слово сифон. Это не тот сифон, который на боровихе сидит. Над моей головой мойка. И надо отвести канализацию. Для этого надо вот эту фановую трубу сделать сквозь перекрытие. Для этого нужна коронка по дереву, и будем сверлить. Вот чудо! Я наконец-то просверлил. Ее, по идее, надо зафиксировать сразу на хомут. Как видите, хомут и монтажный винт в наличии. Заворачиваю. Лучше я возьму ключ. С ключом будет поинтереснее. Как видите, собрать и утеплить пол не так-то просто. Столько всяких мелочей выскакивает. Почему я поставил 50-ю трубу? Потому что это будет сборная труба. За стеной у меня летняя кухня. Здесь будет просверленное отверстие сквозь сруб. И выведена фановая труба через тройник в эту трубу. У меня за домом сделан септик бетонный. Первая система из трех. То есть глухой. И туда все воды будут собираться. В будущем планирую сделать вторую ступень очистки и третью. И дренажную систему в щебень. А пока что у меня первая система, это, можно сказать, выгребная яма. Просверлил отверстие, одел сразу теплоизоляцию. Не для того, чтобы труба не замерзла, а чтобы от нее конденсата не было. Это будет труба отопления, 40-я в диаметре. Почему 40-я? Потому что у меня будет применена гравитационная система, то есть за счет расширения непосредственно воды, нагреваемая в котле. К этой системе еще будет дополнительно стоять насос циркуляционный. Сейчас я готовлю хомут, буду крепить на стену. А сейчас это буду делать за кадром. Отопление. Обратка. Маленькая серая труба газоснабжения. Да, у меня будет газ, баллоны, только у меня газгольдер сделан недалеко от дома, будет 200 литров пропана подаваться по медной трубке, кому интересно, и подводиться вот этой газовой колонке, которая над головой у меня. Дальше идет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, в углу в самом и серая труба, это электричество. И вот рядом с правой ногой моей, это обратка системы отопления, которая будет отапливаться летняя кухня в осенний и зимний период. Сейчас наконец-то я скажу, что можно засыпать сюда керамзит. Время у нас сейчас 17:30, я еще не обедал. Вот я сейчас перед дилеммой. Или пообедать, или пойти потаскать керамзит. Если я пообедаю, то полчаса меня лучше не кантовать. Вот такие дела. Я думаю, сейчас потаскаю керамзит, насыплю сюда.
А затем я уже пообедаю. Идет процесс наполнения ведерок. Сельский фитнес. Вот этого события я ждал лет, наверное, 5. Тот керамзит, который был куплен в мешках, он ушел у меня на мастерскую. Даже пришлось немножко докупать. Пару мешков не хватило. И вот специально для этих целей купил аж 800 килограмм керамзита. Можете меня поздравить. Четверть дома наконец-то засыпана керамзитом. Я спокойно могу сейчас пойти пообедать. Время я вам сейчас подскажу. 19:15. Сюда ушло ровно 70 ведер керамзита. После того, как я пообедаю, я начну укладывать доски. Мне надо будет просверлить в досках отверстия под трубы, которые у меня смонтированы. И затем можно спокойно банькать идти. Это будет часа в 2 ночи, я уж так знаю. Не первый раз этим занимаюсь, поэтому процесс длительный, трудоемкий. А на этом я видео сегодняшнее заканчиваю. Спасибо, что посмотрели. С вами был Алексей Кузнец из Псковской области. А супчик будет из капусты свежей. А также будет на второе у меня греча с луком, морковью. И также жареные грибочки, которые недавно я собрал у себя со сметаной. Так что приятного аппетита, кто сейчас будет кушать. И также приятного аппетита мне. Все, пока. Это, как видите, по скрипту. Грею суп. И жарю грибы. Вы еще так ни разу не готовили? Стоя на балке. Вот можно даже на одной ноге. И вот баллон стоит тоже на одной балке. Можно даже вот так облокотиться. И вот так помешивать грибочки на сковородке. Сковородка, кстати, чугунная. Раритетная по наследству. Главное не прозевать, чтобы через края масло не хлюпало. Иначе будет вся плита уделана. Вот на такой интересной ноте я заканчиваю это видео. Всем здоровья, благополучия. С вами был Алексей Кузнец. Красивый закат из окна. Малиновый. К морозу, наверное, к холоду. И облако такое. Туча красивая.